Прям если сейчас все это ебашить. Пошли. В принципе, они против где-то там остановиться на ластах в ЦЛК, если нормальные люди зайдут. Ой, нихуя тут пачка. Давай, Слава, моли, что мне карта выпала. Резель декод. Все. На удивление, да. Давайте, шкаф, привет. Помилкаешь? Тыкаем. Звоним фастом. Что там, Лучезара зайдет? Или кто? Ну, берите, я хуй знает. Все, посмотрим. Пачку оформить можно, в принципе. Кто тут? Тут слабый, только я хиляю вас, если вот его свечите. Если вот я, в принципе, вижу пачку на ОКЗС. Ну, так вот по никам, которые были вчера, я с Алины, все есть. Вот литр пива только еще маловато. В принципе, не знаю. На Маргрима сойдет. Маргрима, можно гидроса завалить. Так что думайте, сейчас РС-ку щелкнем. Если ОКЗС, то я на лок пойду, я не буду на друиде КД вешать. Сейчас пока РС-ку ебанем. И потом посмотрим, кто на лок пойдет. Жанет говорит, если нужно, через 5-10 минут у нас может зайти. Да, если прям очень нужно. Да, пусть подготовится. Ну смотрите сами, вы хотите что, ЦЛК-бычку идти или ОКЗС? ОКЗС, конечно. Если любой кипиш. Там 77-й шмот, сами думайте. Я говорю, вот сейчас еще челиков сильных найти, ДПСера. Вроде вот им модлес здесь, он потанчит. Он же танк, да, есть у него? Он кот. Танк, ну, по-моему, да, тоже есть. 25-ку обычку сходим. Танк у него 25-ку? Есть, но у модлеса КД висит на ЗС. А он с какой гильдии вообще? Овервайп. Откуда он КД повешал? Так он с нами не ходит, он так помогает иногда, когда есть возможность. Понятно, блядь. Нормальная тема. А с кем ты ходишь, модлес? Ангелы вроде у него гильдишь. Как? Angels of Death. У него гильда, похоже. Блять, а вы не... Короче, идите в жопу. Ну, типа, я всех вас с четырех сумнул. Вы то ли в кат, то ли чё. Пошли мобов бить. У меня лучше мне игру крашнуло. Там, короче, сейчас пачку трэша почистим. Мороз, там спек, есть кто-нибудь. Это, поддержать этих, как они называются, петухов. Да нахуй, я пока еще. Пробудите или бейте, в первую очередь. Стим там забивайте. Вот этих петухов видно, нет, пробудителей. Вот их надо бить в первую очередь. И все остальное. Ты уже в танке.
Ой, что-то сегодня жестко-жестко уставший, короче. Но зато завтра, послезавтра отдыхать. Этот Халукет, что у тебя с кусками, открыл что-нибудь? Пособирали это? Ну так собирайте, вы гильдия вообще были или как? Или просто один в лес, другой в подрова, там как вы. Сейчас вообще... арканов говно зарезали 2-5. Как вы ничего были? Не дамажит. Это Халукет говорит? Нет, не Халукет. Не, у Халукета спрашиваю, вы как вот с Чумовой были вообще? Как кореша там, или как что-то гильбан какой-то был у вас? Это, блядь, это хуйня. Да, было, просто сегодня времени не было. Все на работе, блядь, с работы пришли, блядь. Завтра, может, пофармить. Не, ну сейчас надо поискать. В плане того, что, может, у кого-то в гильбанке там лежит 1100, блядь, он об этом не говорит. Поспрашивайте там. И, ну, если хотите, конечно, так-то можно похуй с кусками в сумке походить. Но это нежелательно. У меня я две воронки кирезайд дал, там уже открыты два куска. Сейчас у нас хэдбал мощнее. Вот. Одна воронка осталась. Сейчас если пачку доберем. Сейчас вот резку закроем быстренько, может какое-то тело зайдет. Вот модлес минус. В принципе, хиляю надо менять. Кто там еще? Каких-то челиков там найти. Поменять на какой? Ну, на УКЗС, да. А, понял. Дядь, что-то это поменялось там, ну-ка. Нет, нет, ну камешки вставил тут. Ты санину какую-то вставил, вот это 10 МП5, что за хуйня. Ты за игру вообще понимаешь? Да, ну конечно. Тебе сколько лет вообще? Первый курс 18. Сколько? 18.18. Ты прочитай какие-нибудь гайды, вот эту вот хуйню не вставляй никогда. Тебе кто-то сказал ставить, вот он даун, блять. Ставь фул интеллект по 30-ке камни. Вот. У тебя для активации идет вот этот ебаный вот этот правический алмаз, который имта еще что-то там дает. Для активации там идет два синих, по-моему. Вот ты их ставишь там, допустим. Что там они ставят? МП5 СПД, бляденько. Там можно один на плюс 15 слезу поставить и хватит. Одна слеза два камня активирует, синих. Она все камни активирует. Да, да. Нет, 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 нет. Если там два камня синих, она два будет синих активировать, одна, один камень будет два синих считаться или как? Ну ладно. Вот. Нет, там она считается за синий, за красный, за желтый. Я короче. То, что она за три камня считается, я и так знаю. Она два разных может, только два одинаковых нет. Ну вот я про это и спрашиваю. Ну, РС. Да и РС не особо критично здесь. Мне сказали, что надо хосты 900 хотя бы от шмоток. У меня это там тебе нужно 1200 хосты в принципе в Т4. Вот. Ну, это не слушай эту хуйню никакую. Тебе не хоста надо, тебе надо мозг, чтобы ты понимал, Слава, когда хилить. Хоста паладину тоже нужна. Он все. 1200 надо. Все, я сейчас мутану, блядь. Ставьте шкаф. Секунды. Все, мне похуй, не надо. Не надо это рассказывать. Если ты знаешь, когда хилить и кого хилить, тебе похуй, сколько у тебя хосты. В 500 хосты захиливал актуал и ВК, блядь, контент. И в 700 хосты, вон, блядь, все целкогер, нахуй. И целкогер. Хули там говорить, нахуй. Если ты знаешь, когда хилить, ты захилишь. Если нет, все, блядь. Ну, да, тебе ничего не поможет, нахуй. Что это ты мне там даешь? У меня уже две таких хуйни есть, это ты мне что дал? Мне мусорский, думаешь, какой-то, блядь? Что это такое? Слав, перетащи челика из гостиной к нам в голосовой, пожалуйста. Это кто? Там этот модлес, я так понял. Модлес. Ты вступай давай в гильдию, слышишь, модлес? Он это, он в гостиной, ты живой еще не перетащил. Я его перетащил. Вступай в гильдию. Этот... Чё там, Миралис, Лучезар, Аселин,
к дракону, блядь, его тут. Смануть бы их было неплохо. Ну да, вот заебись было бы шкаф поставить. Бля, интересно, я в диз захожу сам с собой попиздеть. Давайте. Раздуплим эту хуйню быстренько. И посмотрим, будет ли у нас ЗС. Мирлиса АФК. Чузара тоже. Сумоним второй. Нет, она не АФК, она просит сумму. Кстати, робота убили вчера? Да. Притирочку? Ну да. Все, все сумнулись вроде. Только дракон остался. Короче, этот самый... Кто там? Дед Мороз, короче. Ну, это помнишь, да, я вот по кругу веду, ты заберешь там где-то сзади меня веди. Вторую копию, не знаю, или я заберу, или ты заберешь. Посмотрим. Вдвоем, короче, мы. Все, запускаем. Блять, раньше всегда с Авиана начинали на циркуле. Мильки вот уже тут вот под этой должны стоять, бить со стены. Если метки кидают, сразу разбегаетесь. РДД в центре. Подъебало босса, не вставай. Эрдру, вот прям, ты видишь, я отвожу, видишь? И ты въебали босса, не стой. Иди в бок, да. Тимикс, это ты, да? Давай, раздупляй тактики. Начинай понимать, что происходит. Вот. Копия появляется всегда справа плеча босса. Вон, где локовский портал, там копия появилась. Вот. Это он забрал, нормально. Ну и будь в РНЖ со мной. Миликею. В принципе, если пару шагов сделать от вихря, то он не попадает просто по тебе. Ну и сейчас, короче, 2 хпала, смотрите. Перед 33% нажимаете бабл на соку. Сейчас вот копия уменьшится. Нужно подойти поближе. Свою там подведи сюда, чтобы хпал хилил тебя и доставал меня частицы. И наоборот. Вот, заебись. Маленький босс не убьет. Большой, конечно, побольше убьет. 47%. Так, вот дал незыбку. Бабл нажимайте, два пала. Быстро, быстро, быстро. Чтобы вас не откинуло. Надеюсь, успели. Все. Забрал, да, копию? Все. Вот и держи две. Только подводи сюда, чтобы ты не сдох. Вот гиена, кто тебя убил, блин. Бил тебе копии на нем, что ли? Куда тоже лезешь? Смотри сначала, что к чему. Из-под ебала уходи, лок, или кто это? Новикой, выходи. Ищи в эту сторону веду. Мы как бы окружность описываем с тем танком. Хилы в центре позиционируются. РДД могут вот за моей спиной там 20 метров. Вот тут сбоку у дерева. Заходите, Винс. Гена вылетел. Пиво. Ничего, вырез иди. Ладно, похуй. Чё там, чумовая, есть кого раздуплить? И еще там ассалин, намажьте яд или дракон. Че, яда нет в сумке? В принципе, хилы прохиливают, но, блин, все равно намажьте, у вас нету. Снимите яд. Ой, блядь. Ладно, похуй. Понятно. Метки друг от друга отойдите и среди тоже выйдите. Это вы так с рейда выходите, с деревом стоите, блять, рядом. Дерево тоже похуй, да? Понял.
Почему никто не общается со мной? Что за хуйня? Тут все молчаливые или что? Все слушают, как ты реагируешь. Я бы с удовольствием, но у меня горло болит. Ну ты-то... Я знаю, что ты можешь говорить, но просто... А можно я скажу? Я давай. Пришел в Грут. Что там места, ребят? Ты кто? Грут. Груты. А, Грут, ага, да. Да, сейчас будет. Короче, мы сейчас РС-ку ебанем. Подумаем пачку на ЗС-ока собрать. Вот. Пиво вылетело. Ну вы просто ломитесь в этот винст, когда покидаете тело, видишь. Вот сейчас бой опять запустится с боссом Заритрином, но вы будете ломиться в инст, когда бой в инсте, и поэтому игра будет улетать. Вот, поэтому не надо ломиться в инст, и вообще надо покидать тело и заходить сразу, как убили босса, а не лежать. Ну или вы вылетели, я хуй знаю, что это было. Да и вообще не РЛ, я пизжу уже, я хуй знаю, что сказать. Буду тут ранить босса манекена. Ну то, что на Халионе мы как-то тот раз-то были с вами. Это, конечно, печально. Один луч люди не видят. На нем сдохли там 15 человек. Вот это я, ну, не понимаю. Как можно про РСКу Геру говорить, когда на одном луче падает. Шарики там такие по краю комнаты летают. Чё, их нельзя посмотреть, что ли, или что? Или ДПС мы даем, умираем 5 лямов и секунду до берсы. Не знаю, почему, блядь, так надо относиться. Посмотрел, выжил, и потом уже дамаж. А вот это вот ДПС и ДПС, ни о чем не думать, это хуйня. Никогда не закрывались рейды так. Только манекен, наверное, нормально закрывается. Ой. Петов убираем, на ту сторону едем, короче. В принципе, мне эти метки не нужны. Дед Мороз, ты это... Тиму не шаришь, да, нихуя? Или шаришь? Блять. Шаришь? Ага. Не, ну это заебись. Я вот думаю дать тебе тьму потанчить. Это я кучу лет танчу эту тьму. Хочу почилить, поставить свету. Тут на сервере много челиков зергом ее убивают. По-моему, даже в Гере. Вот, но зерг такая тактика, там как бы обычную надо тактику хотя бы знать. А то, что мы... То, что рейд показывает в РС обычки, это никак не соответствует. Сука, почему она так криво ставится, вот эта звезда, блять? Или я кривой, блять? Теперь вообще уебищно, да? Пиздец. Не, похуй. Заебал. Покушайте, кому нужно рыбу. Чуть не поставим. Хаваем рыбу. Так, что там банка? 18 минут хватит. Чё вы хотите? Этот самый Киризайт, Соло, Свет, короче. Все остальные в тьму. Там почилить. Ну у кого ДД есть? Я хуй знаю. Там у Димикса нет, Лучезара нет. Чумовой только ШПшник есть. Вот, короче. Во тьме будут останутся первая, вторая пати. Вот, тьму танчит Дед Мороз. Давай, кто там еще? Ой. Кто там сколько дает? А в принципе похуй. Так. Так, шаман там есть. У нас нету. Давай. В тьму какой-нибудь. Хуй с ним. Халокет пере. Нет. Да похуй. Халокет, переходи в тьму, короче. Ну, по хилам еще раз кирзает. Тут остается, никуда не заходит. Остальные все туда заходите и фул там до конца. Первая, вторая внутри и в пятой пати все, кроме кирзает во тьме. Потом третья, четвертая пати выходит, свет дамажит. И все, и добиваем. Лут консул, напоминаю. Все готовы. Зайдите за линию. Ты меня так и не перенес в пятую группу, Слав. А там хилы, там одни хилы, смысла нет переносить. Что, знаете, очень не знаю, что такое консул.
Если кому интересно, турецкую геру уже закрыли на этой неделе, можете посмотреть на ютубе. Если кто хочет понимать, вот перебегайте метеор, сейчас мне интересно, сколько людей дамаг стоит этот метеор, вот он уже на землю падает. Пятая пати вся, кроме шамана, по-моему, и миралисы слоили дамаг. В гере вы бы, ну, были трупами. Ну так, вам чисто для справки, чтобы вы понимали, что вы, ну, реакция хуевая. Либо ДБМа нет, либо озвучки нет у вас, ну, короче, чего-то не хватает. Дед Мороз, готовься заходить. Со стороны ромбика заходишь, рейд зайдет со стороны треугольника. Вот, Дед Мороз, заходи. Ну вот эту хуйню кто не вынес. Кто-то хуй плет. Заходите в портал, чего стоит. Заходите. Кто это не вынес, нахуй? Сейчас посмотрю. Дед Мороз. А, Дед Мороз, ясно. Ну да, когда заходишь в тьму. Там это автоматически диспелится порталом метка. Ебать, ничего, надо качу метки настроить, чтобы не мне, блядь, анонсились. Лезвие 2 секунды. Смотрим внимательно, блядь, на шарики. Смотрим. Нихуя себе, никто не умер. Вот это хорошо. Тогда можно геру пойти тратить. Это единственная механика во тьме. Угу. Метки еще носить. Ну, гер еще немножко добавляется. Так, фаза пошла. Третья, четвертая на выход. Во тьме стопните дамаг. На автоатаке посидите пока. Третья, четвертая, давайте быстрее. Отъебало. А, нормально. Давай. Ну, где там? На арте выходите. Метеор перебежали из кружка в треугольник. Где там вам от террасу? Вот, из-под имала бегите к людям. На арте. Арте тоже в хиле, блядь. Она похуй. Давайте геру Майролиса. Во тьме пока не надо. Здесь не давал он. А, смотри, тьма сдохла, нахуй. Как дела, Дед Мороз? Просто в обычке, прикинь. Ну так как они сдохли у тебя? Дыхание там было или что? Лезвие. Сорвало гро? Нет, лезвие, лезвие. Она прям в нас заспавнилась. Ну не заспавнилась, мозг у вас заспавнился в хуйне в какой-то. Блять, вот как так не понять? Есть кто не сдыхает в лезвиях? Нормальные люди есть? Чтобы я дал метку, лезвие и вы не сдох. Появляется там же, где еще там. Сдыхаем. Не хиль, не хиль, не надо, давай сдохнем. Ну я не знаю, я думал, может, и дыхание там повернул. Я же не видел, блядь, что от нее у вас произошло. Вы сдохли больше 15 человек, как нахуй? Как это, блядь, лезвие? Вы прям, сука, смотрите на два шарика, смотрите секунды за лезвие и встали в рядок в лезвие или как? Вы мне объясните вот эту хуйню, что у вас в голове, блядь, происходит? Слав, если у тебя рейд всю жизнь стоит в середине босса, так, чтобы танк его поворачивает для того, чтобы он не появился, это ебаное лезвие в середине босса, у тебя весь рейд лег, то, ну, это танк-мудак по факту. Потому что, блядь, мы стояли ровно в середине. А то есть, я в середине все по тактике, блядь. Ну, посередине, ближе к... Блядь, в середине, ближе к задней лапе, имею в виду. И мы все там умерли. Ну, как бы, при чем здесь рейд? Сейчас. Я объясню, при чем. Ну, вы встали там, где проходит луч. Луч проходит между двумя шариками, которые по краю комнаты летают. Что мешает посмотреть, где эти шарики, блядь? Просто так, чисто для интереса, перед появлением луча можно увидеть, да, где он заспавнится по двум шарикам? Ну, если ты смотришь на шарики и видишь один и второй, они противоположны друг другу. Знаешь, что это такое? Что означает противоположны? Ну, я не умер. Я просто хочу узнать, вот, можно ли... Молодец. Нет, он... Да, он появится. Конечно, блядь. А как тогда танчить? Если бы не можно было, танки бы по КД сдыхали бы. Короче, Дед Мороз, стой в свету, блядь. А Салин, ты не сдохнешь в лезвии сейчас? Ты же не сдох, я надеюсь. Или кто там? Нестойкий, ты же скиллованный пацан. Можешь тебе метку дать?
Давай, бог. Вот смотрите, блядь, сейчас... Вот смотрите, на боссе есть вот метки внутри у босса, если находится этот центр. Если танк зашел и босс сдвинулся с центра, значит он хуёвый. Надо его либо вернуть, либо, блядь, ну, в гере там будет, короче, понятно. Дед Мороз, сейчас ты пойдешь пулить, заходить за линию. Постарайся только, чтобы он не сдвинулся. Бежали на тёр. В огне не стоит. Ну что, стрим работает, что ли? Да нет, это не так. Значит, смотрите. Будете заходить в портал со стороны треугольника. Метка такая есть. Готовимся. Вот со стороны треугольника заходите. Все, и бейте босса. А немножко назад от босса сделайте шаги. Не стойте в красном кружке босса. Немножко поверну, немножко сдвинемся сейчас. Давайте двигаться будем. Я, короче, лезвие пущу. Двигайтесь сбоку босса. Чтоб, короче, вы от хвоста убегали, а не от лезвия. Сбоку, перпендикулярно к боссу находитесь. И смотрите на кружок. Вот, вот так должно быть. Вот этот как сдох? Вот лез. В топ-гильдии там ЗС закрывает на фул. Как дела у тебя? Я всегда такую хуйню буду нести, у меня я не могу больше ничего сказать. Да как, блядь, вот так нахуй. У меня потому что, ну, всегда такая реакция. Вот оно где исчезло, там оно и будет появляться. Между... Вот, наискосок босс. Кстати говоря, фаза, если что, третья уже идет. Третья, четвертая пати должна выйти в свет. Вот Нарти, Паривит, Шальная, Лучезара. Асалин, иди тоже в свет. Мастопните. Иди тоже в свет, Асалин. А, иди в другой пати. Носите метки. Давай этот самый Миралиса Геру, если у тебя есть. Лучезара выноси. Казик выноси. Метеор перебежали. Метеор одна секунда. Перебежали. Лезвие 5 секунд, готовимся. А вот наебал. Ну и похуй. Так. Давай Эршам Геру во тьме, Элия выноси. Казик выноси. Метеор перебежали. Ну, нихуя сложного. Как вы встали? Я не знаю, не представляю. Мне это надо видеть, чтобы понимать, как вы закосячили. Я помолился, на честно. Вот эта хуйня кому надо. Чешка. Чезари закинул. Так, пояс вот это боссовый, кому надо. Так, раздуплите там людей. Вот Мадлес, если у него КД на ЗС, мы вообще соберемся в ЗС или лучше нам целкать и не рыпаться? А паладину пойдет с кольчугой, да?
Да. Ну, пояс. Я забрал вот это. Скорость крита спадает. Неплохой поздно. Ну, он мне все даст. Прям... Так уж минус броня уйдет. Ну и крит там 10. Да, броня не важна. Я бы забрал. Плащ, ты на холика можешь не дать вообще любую шмотку крит хаст, блять, если она тяпает. Сейчас мы, конечно, все запиздят. Паривит, это откуда? Ты с какой гильдии пришел? Я тебя на роботе из Вока не видел, на слепце не видел. Ты был там, нет? Ты из какой гильдии мне скажи, сколько на сурке даешь? Или Резельда? Резельда, на что собираешь? На сову, что ли? Да не, я думаю, если никому не нужно, я возьму. Так-то отдавай. Этот... Ой, блин, а мне платить тоже, кстати, надо. Шальная, Матерас, у тебя какой плащенка, не? А Матерас, это у тебя ВХ? Нет, это у Дерзкой ВХ был. А она что, вдонила, что ли? Этот осколок? Или купила? Ты не поверишь, нет, она его фул купила, блядь. Она его забрала, за голду, нахуй. За голду. Ну, не совсем, мы ей там еще 20 этих собрали. Сколько это были самые хуевые вложения осколков, ну, в нашей жизни, блядь. Шальная, у тебя пиздец камень. Я у Матерасу, что это за камни? Блять, что, оранжевых полироли нет или что? Хуй знает. Да я подумаю, кому закинуть. Матерас вроде побольше дает, чем шальная, да? Шальная у нас, по-моему, не был на роботе или был. Ну, Матерас лучше закинуть, я думаю. Я даже Ване что-то дал для этого, Ванечку полевали. Так, ну давайте. Че, какие у нас перспективы? Там нигде людей никаких не найти. Че, обычку идем целка? Ну пошли, хули, я буду ждать. Пошли целка.